саженцы вишни студенческой обладает многими достоинствами. Регулярность урожая, высокая продуктивность, отличная зимостойкость. Крупномеры вишни начинают приносить плоды на третий год. Созревшие крупные ягоды можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления различной продукции, ликеры, компоты, джемы и так далее. Плоды не повреждаются при транспортировке и сохраняют товарный вид. Для посадки саженцев вишни студенческой подходят солнечные участки на супесчаной почве. Корни не переносят вымокание, поэтому перед размещением деревьев следует проверить расположение грунтовых вод. Вишня студенческая – это дерево высотой 300 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Урожайность вишни студенческая составляет 15 кг. Плоды имеют массу 2,5–3,4 г. Форма у плода округлая. Цвет плода темно-бордовая. Вкус кисло-сладкий. Важно, что вишня студенческая самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.